Да, я слушаю. Джон, это Кенни! Кенни Синглер! Оу, Кенни, как дела? Где ты пропадал, чувак? У меня все отлично. По этому поводу, кстати, я и звоню. Меня назначили новым комендантом тюрьмы Мисса Грэнд в Вегасе. На следующей неделе я приступаю к работе. Хорошо, если бы ты приехал. Ты о чем это? Послушай, Джон, я знаю о твоих проблемах. Я только хочу помочь тебе, парень. Я помню, как ты помог мне, когда у меня были нелады в департаменте. Почему бы нет? С превеликим удовольствием. Прекрасно, тогда я высылаю тебе билет. А, да, и не забудь кое-что, Джон. Ты знаешь, о чем я говорю. Это большие возможности. До сих пор не верится, что меня назначили на эту должность. Представляешь, в нашей тюрьме сидит Клаус фон Холл, террорист международного класса. Повинный в сотнях преступлениях. Он сейчас находится в лазарете. Я тебе покажу. Ты сейчас сам все увидишь. О, Джон, я бы хотел тебя еще кое-кому представить. Рис, я хочу познакомить тебя с одним человеком. Рис Хоффман, Елена Гашкина. Это мой старый приятель Джон Маклейн, полицейский. Он здесь по моему приглашению. Хоффман? Вы не имеете никакого отношения к казино Royal Хоффман? Да, казино было моей давней мечтой. О, извините, что прерываю, но я обещал Джону партию в бильярд. Рад знакомству, мистер Маклейн. Да, рада познакомиться. Тревога! Вам лучше быстрее покинуть здание! Произошел побег в секторе 07! Вероятно, сбежавшим содействует очень большое количество охранников, а это очень опасно! Что, целая группа? Да, сэр! Вы пытались перекрыть выходы? Да, сэр! Что случилось с системой управления? И еще! Клаус среди сбежавших! Дьявол! Я пойду в главную контрольную комнату и разберусь с этим! Джон, постарайся не пропустить их! Дай нам побольше времени!